Приветствую вас, дамы и господа. С вами Денис Басуев. Привет вам с Северного Кипра. Продолжаем съемку серии наших видеороликов, видеоуроков по модулям комбайна и вообще по работе комбайна. Хочу сделать небольшое отступление в начале этого ролика. Естественно, вы его смотрите не первым. Вот, а если вдруг получилось так, что вы его смотрите первым, в течение всего этого ролика вы поймете, я объясню, как вам найти предыдущие ролики и посмотреть их. Потому что та работа, которую мы будем рассматривать сегодня здесь, она подразумевает то, что вы смотрели все ролики. Вот. И еще хочу что сказать. Хочу сказать, что просматривайте созданные мною ролики 3, 5, 8 раз. Потому что очень много в них проскакивает секретов рекрутинга и копирайтинга. С одного раза вы их просто не уловите. Люди, посмотрев ролик один раз, ну и в чем-то не разобравшись, задают порой такие смешные вопросы. Ну, честное слово, аж стыдно иногда бывает. Смотрите несколько раз, не жалейте времени. Это обучение. На обучение время жалеть нельзя, потому что неправильно обучитесь, будет неправильный результат. Мы создали программу для того, чтобы у вас в вашем бизнесе был отличный результат. Поэтому вы приложите все усилия для обучения, своего обучения, вашего роста, благосостояния и прочее отсюда вытекающее. Значит, давайте пробежимся, как найти мои ролики по комбайну и как ну, вообще находить наше видео и быть первым, в числе первых, кто его посмотрит, то есть независимо от того, прислали вам призыв или нет. Практически все сейчас зарегистрированы в Гугле, и очень многие зарегистрированы в Ютубе. Поэтому, когда вы заходите в свой аккаунт Гугла или Ютуба и сохраняете данные, остаетесь в сети, вы оставляете везде свой след о себе. Вот, и можете совершать такие вот действия. Вот, смотрите, например, это не мой канал Ютуба, это канал Ютуба моей супруги, она тоже начала его вести с материалами о Северном Кипре. Я просто покажу на ней. Вот, например, вы сейчас этот мой ролик, который я в данный момент записываю, вы смотрите на моем канале Ютуба. Что вам нужно сделать? Под роликом, во-первых, всегда идут ссылки. Описание ролика, дальше комментарии какие-то идут. Вот, желательно, если вы довольны нашей работой и хотите, желаете ее продолжения, естественно, оставьте комментарии. Это несложно сделать, но это очень хорошо влияет на развитие YouTube канала. Далее. Чтобы не ждать каких-то объявлений и не проверять, не заходить, появился новый ролик на моем YouTube канале или не появился, вам нужно подписаться на него. Подписаться можно вот на эту кнопочку. Нажали и, ну вот в данный момент я вот сейчас хочу подписаться на канал своей супруги. Нажимаю, все, подписка прошла. Вот, далее, чтобы посмотреть еще, какие есть видео или какие действия проходили на канале автора YouTube, который вы просматриваете, вот здесь вот нажимаете на ссылочку этого автора. И открываются загруженные видео, видео, где ставил класс, ну, в общем, все действие на канале здесь отображается. Можно посмотреть только добавленные, например, которые недавно добавились, можно посмотреть, какие понравились, вот, комментарии можно посмотреть, то есть вот здесь вот поковыряйтесь, тут же тоже, если вдруг там не подписались, тут можно подписаться, вот здесь, и также отменить подписку, то есть то, что вы подписываетесь, не переживайте, что вы будете вечно подписаны, вы в любой момент можете нажать и отменить подписку. Вот, вернемся назад, еще назад. Ролику. Итак, если вдруг вы в данный момент смотрите это мое видео не на YouTube, а через какие-то другие источники трансляции записи и нет возможности выйти на канал YouTube, на мой, как меня можно найти в YouTube, сейчас объясню. В строке поиска просто можете прям русскими словами забить Денис Басуев.
и нажать Enter. И вы найдете мой канал. Вот он. Мой канал, вот пошли мои видео. Давайте проверим, не у всех есть русские буквы. Давайте проверим, сработает ли на английском. Я, честно говорю, не проверял. Поэтому сейчас проверим. Проверяем. Да, вот, тоже все сработало. Все. Можете войти в канал, посмотреть мои действия. Можете только добавленные смотреть. То есть, опять же, кому что нужно, пожалуйста. Очень много полезной информации, видеоинформации. Добро пожаловать, пользуйтесь. Так, достаточно, наверное, про YouTube. Кстати, вот данные канала. Сразу тоже все отображается, то есть вы видите, насколько высок рейтинг YouTube канала. Ну и поддерживайте его, мы работаем для вас. Вот, еще раз повторю, значит, по несколько раз смотрите мое видео. Я не акцентирую внимание на секретах, но в моей речи, в моих действиях секретов проходит очень-очень много. Поэтому несколько раз просматривайте видео. И вы гораздо быстрее обучитесь, гораздо быстрее все поймете. Ну, сейчас перейдем именно к той теме, которую я хотел сегодня обозначить по работе с комбайном. Запускаем комбайн. Какой модуль работает, в этом видео я показывать не буду. Подразумевается, что вы уже все знаете. Предыдущие видео смотрели и тоже пробовали. Значит, сразу по работе с комбайном. Нигде это еще пока не записывали, но некоторые до сих пор не знают, мучаются. Значит, комбайн растягивается как удобно. Вы можете вот так вот за уголочек потянуть его, зажали кнопку мыши и растянули как вам удобно. Вы можете развернуть его на весь экран. То есть кому как нравится, кому как удобно. Далее запускаемые модули. Также можно передвигать как угодно и растягивать. Помимо всего, можно запускать по несколько модулей. Вот, пожалуйста. И работать то тут, то есть как удобно. Все растягивается, все двигается. Растягивается пока, может быть, в дальнейшем и будет еще по-другому сделано, но пока за нижний правый уголок. Тяните, растягивайте, как вам удобно. Настроили, сделали, оставили. Вот, так работает комбайн. И еще, когда вы выключаете комбайн, комбайн специально сделан так, чтобы он из сети постоянно не выключался. Это для вашей же работы, в дальнейшем вы это все поймете. Вот, и когда вы пытаетесь второй раз его запустить, он, естественно, не запускается. Но это новички часто попадаются на эту уловку. Где он у вас находится? Он находится вот здесь, где часы в трее, вот он. По нему достаточно два раза щелкнуть, и он опять появится. Вот, чтобы его выгрузить, он ресурсы компьютера не съедает. Поэтому я вам советую его не выключать. То есть это для вашего же блага, для вашей раскрутки, для вашей дальнейшей работы. Просто не выключайте его. Пусть он постоянно у вас загружен. А лучше даже добавить в автозагрузки, чтобы он при загрузке Windows загружался сам. Ну, наверное, мы в дальнейшем с программистами эту функцию добавим. Вот. Но все-таки, чтобы его выгрузить, правой кнопкой мыши на нем щелкаете и нажимаете кнопочку «Выход». Все, комбайн выгрузился. Вот. Ну, теперь давайте, наконец-таки, перейдем к работе, которую я сегодня хочу вам показать. Запускаем комбайн. Вот, авторизация. Естественно, я же не первый раз запускаю, поэтому... Он уже авторизовался. Авторизации находятся вот здесь у нас. Аккаунт там и прочее. Ладно, не будем эти школы. Они все есть. В прошлых видео смотрите. Давайте посмотрим саму работу. Ту, которую я хотел сегодня вам показать. Сегодня мы будем использовать два модуля. ER VK Skyper и ER Flyer. Значит, у меня специально уже загружена страница ВКонтакте моя. Вот, и мы пробежимся по ней.
Будем сегодня добавлять людей из групп ВКонтакте. Хочу-ка я, наверное, по теме МММ пробежаться. Ну вот просто мне хочется пробежаться по теме МММ. Нажимаем Enter. Выскочили новости по МММ, но нам новости не нужны, нам нужны сообщества. Вот они, пожалуйста. Готово. Это мы подготовили. Лезем в комбайн. Загружаем модуль ERVK Skyper. Не буду объяснять. Есть подробное видео, как и что здесь работает. Поэтому быстро и оперативно это все делаю. И переходим к работе. Как работать с этим модулем, есть отдельное видео, специально записанное, подробно объясняющее все. Поэтому здесь мы просто уже, я показываю, как я совмещаю эти несколько модулей. Так, чтобы не забыть, что именно вот это, я ее выделю. Здесь беру адрес этой группы. Кстати, вот в группе 14 тысяч участников. Адрес группы взял, наверное. Повторю. Идем в комбайн. Вводим адрес группы. Страну не выбираем, город не выбираем. Возраст выбираю. 22. 55. Те, кто не указывал свой возраст или ошибочно указали, ну да бог с ними. Зачем мне такие клиенты? Так, хотя можно и не указывать. Ох, вот тут как раз тоже неплохо. Пока я писал видео, программисты обновили комбайн. Давайте обновим его. Вот так вот он обновляется, загружается, скачивается. Ну, иногда это не быстрый процесс. Все от загруженности серверов и скорости интернета зависит. Распаковывается, удаляется, все, запустился. Разрешаю доступ, авторизация. Так, поехали по новой. Запускаем модуль. Соглашаемся. С этой процедурой я тоже в том видео говорил. Повторяться не буду. Соглашаемся. Повторение мать учения. Смотрите, смотрите, смотрите видео еще раз. Вернитесь. Если смотрели их давно, вернитесь. И еще раз пересмотрите. Эта страница у нас уже была открыта. Копируем адрес группы. Вставляем. Опять же, повторяться не буду. Просто ставлю сразу критерии. Не забывайте ставить галочку, если вы какие-то критерии выбираете. Так, выберем, где мы это сохраним. Назовем 555. Ну, просто условно, какая разница, как что называется. Так, поехали искать по этой группе. Можно открыть фоновые задачи. Смотреть. Так, соответствует критериям 680 контактов. Это маловато. Буду продолжать еще. В версии стандарт разрешено 1000 контактов с одной группы, но хоть 10 тысяч групп проходите. Поэтому здесь абсолютно все равно. Откроем сейчас тот файл, где я сохранял. Вот, видите, да, левые всякие там. Сейчас по-русски еще ничего не попадалось. А, вот, пожалуйста, вообще на украинский написано. Позже напишу. Вот, по-русски написано есть. Ничего я не фильтрую, ничего не сортирую. Все, я оставляю так. Работаем дальше. 680 для меня очень мало. Я буду только лишь в конец перематывать, чтобы было видно, какое количество. Вот это явно не скайп. Причем, когда я буду добавлять, я буду показывать, что все аккаунты
Если здесь написаны какие-то невалидные аккаунты, они все-все у нас отфильтруются. Мусор мы в Skype добавлять не будем. Ну ладно, пока мы работаем не со Skype, пока мы работаем со страницей ВКонтакте. Эту страницу закрыли. Поехали следующую группу смотреть. Так, копируем ее адрес. Ну, можно сразу же закрывать. В принципе, скопировали, закрыли. Эту удалили, новую вставили. Все критерии остаются те же самые. Опять ищем. Ну и ждем. Это обработка идет. Вот уже по цифрам мы видим, что работа прошла. Здесь 108 контактов, согласно моим критериям, 108 контактов. Можно проверить. Перечитаем еще раз. Так, 788, да? Но это опять же для меня мало. Так, вот это вот мы сделали. Тут 5000 контактов. Но все равно, мало ли, вдруг именно мой чудесный клиент, чудесный лидер находится в этой группе. Поэтому не буду ее игнорировать, я ее тоже обработаю. Тем более, что обрабатывает комбайн. Не ручками я это все делаю, поэтому... Ничего страшного. Больше контактов, больше вероятность. Опять искать. Смотрим, что будет здесь. Можно окошечко подсократить там, ну, кому как удобно, чтобы поудобнее было. Можно вот здесь вот двигать, пожалуйста. Все двигается, все делается. Так, здесь у нас вообще 9 контактов. Ну, просто смешно. То есть, если возраст убрать, контактов будет больше. Ну, я не хочу. Я хочу более целевую аудиторию. Хотя, давайте следующую группу сделаем без критерия возрастного. Так, поехали. 16 тысяч участников. Следующая группа. Волна удачи. Структура МММ. Волна удачи. Бесплатная реклама в структуре МММ. Вставляем их группу. Искать. Вот это то, что у меня режим программы VIP. На это не обращайте внимания. Я тестирую VIP-версию комбайна в данный момент, да, но те действия, которые я сейчас делаю, они все-все разрешены и в стандарте, но в таком виде, в котором я предоставляю сейчас, потому что я пишу уроки именно по демо и по стандарту, но в демо чуть ограничено. Ограничение на нашем блоге, адрес нашего блога знаете наверняка, я так думаю. Нет, значит, под этим видео на YouTube найдете описание, там и блог, ссылка на блог и на сайт и прочее. Найдете ограничения, найдете возможности. Так, сохранилось у нас 581 контакт. Тоже мало. Работаем дальше. Здесь вообще 4000 контактов, но нам хлеба не надо, работы давай. Поэтому отлынивать мы не будем, а будем целеустремленно работать, идти вперед. Опять ждем. Может получиться так, что все участники данной группы указали скайпы, соответствуют критериям. Ну вот видите, группа меньше, в 4 раза меньше группа, а контактов столько же. То есть видите, ну, публика разная попадается, поэтому это тоже оставляем. Кстати, я уже сбился со счета. Давайте проверим, сколько у нас всего контактов. Вот. Проще, наверное, вот так будет. Итак, у нас уже 2000 контактов. Но из них, конечно, вот этого мусора много. То есть это все отвалится. Вот, поэтому сколько здесь процентов? Наверное, 70 будут скайп-контакты. Но это мало. Это мало, мы работаем автоматизированно, поэтому идем дальше. Заметьте, это мы только по теме МММ работаем. Копируем адрес группы.
вставляем ее сюда, ищем. Видео, наверное, получится долгим, но зато я думаю, оно полезное, хоть и долгое, зато полезное. Главное, не перематывайте, потому что в эти все процессы иногда проскакивают такие слова, которые очень важны в нашей работе. А если будете перематывать видео, естественно, вы их просто пропустите. Ну, немного контактов здесь получилось. Ладно, двигаемся дальше. Мавра Мир. Спасибо, конечно, Сереге Мавроди со своим МММ. Он очень много людей добавил в наши ряды именно интернет-предпринимательства, инвестиций и прочего. Хотя и многие пострадали, но пострадали те, кто без головы. Они, в общем-то, не пострадали, они заплатили за свое обучение, за свой опыт. Впредь, конечно, будут умнее и двигаться. Во всяком случае, то, что они примкнули к нашей армии, к армии людей, зарабатывающих в интернете, это огромный-огромный плюс. За это, конечно, я Сергею очень благодарен. Как бы его ни ругали. Так, и так уже найдено 1900. Вот видите, какая группа? Удачная из группы, как хорошо найдено. Сколько там у нас всего контактов? Я хочу где-нибудь 1000 под 10 набить, потому что отфильтруются, посмотрим, сколько будет. Так, сейчас 4200. 4200, да, давайте еще поработаем. Мы же не лодыри, мы же не лентяи, нам же очень нравится работать. Вот, кто-то назвал официальная группа. Конечно, она неофициальная. Скорее всего, даже неофициальная. Но очень много людей именно клюнут на это официальное и добавляются, и вполне адекватные люди добавляются. Так, добавляем сюда. Сканируем эту группу. Я специально скайп не ставил, на скайпе не ставил кирпич, потому что мы еще будем со скайпом работать. И как назло куча сообщений идет. Не обращайте на них внимания, просто нормальный рабочий процесс. Хотя сегодня и воскресенье, так, здесь 1800 контактов, очень хорошо. Хотя сегодня воскресенье, и наша работа не будет иметь столько эффективности, какая была бы эффективность, например, в будничные дни недели и в рабочее время. Вот, но тем не менее работу будет видно. Но имейте в виду, что в субботу, воскресенье очень-очень у многих просто скайпы выключены, компьютеры выключены, потому что многие вообще заходят в интернет только с работы, да, когда они находятся на работе. Вот, поэтому делайте на это скидку. Вот, но мне вот в воскресенье просто проще записывать ролики, потому что тихо, спокойно, никакой суеты рабочей особенно нет. И я вот с удовольствием свои ролики пишу по выходным. По-моему, даже, в общем-то, почти всегда я пишу по выходным ролики. Вот. Ну, пусть, как бы, в самый сложный день, в воскресенье, мы покажем и то, даже как работает наш комбайн. Еще одна. Вот представьте, групп таких очень много. Тут столько контактов можно наколотить, что мама не горюй. А я показываю всего лишь кусочек работы. Ох, я хотел время засечь, сколько у нас времени уйдет на работу. Потому что, когда ролик я буду монтировать, все равно кое-что буду обрезать. Естественно, время на работу у нас уходило, ну, уйдет больше, чем будет длина видеоролика. Потому что весь мусор, все вот эти вот, как бы, не получившиеся дубли, разговоры какие-то ненужные. Я это все, конечно, вырежу, чтобы не затягивать и не досаждать людей длительными просмотрами. Вот, поэтому, ну, примерно, я думаю, все равно больше, чем в два раза ролик не сократится. Поэтому примерно время тоже можно понять, да? Если, как бы, ролик получится 20 минут, то из него где-то, наверное, минут 40 работы. То есть это для того, чтобы вы сравнили, сколько работы, сколько времени ушло на работу и какой результат мы получили. Кстати, еще хочу сказать, хотя я уже и говорил в прошлом ролике, но тоже еще хочу сказать, что в наш файл, в который сохраняются наши контакты, комбайн уже отфильтровывает дубликаты. И дубликаты не сохраняются.
То есть все, что у нас вот здесь вот сохранилось, оно сохранилось в единичном экземпляре. Вот. Сколько у нас получилось? Все, 11 тысяч. Достаточно. Достаточно. Этот мы выключаем комбайн. Вот. Фоновые загрузки можно выключать, можно включать, кому как удобно. И запускаем Skype. Запускаем, ну, в смысле, модуль, работающий, автоматизирующий Skype. Вот. Что нам здесь нужно? Нам здесь нужно создать группу сначала. Создавать группу вот этой кнопочкой. Создаем группу. Мы ее назовем MMM. Ну, так. Ради смеха, да, ну, и чтобы вам понятно было. Вот она появилась, показать. Кстати. Вот здесь можно посмотреть в этой вкладочке. Мы, конечно, здесь еще очень много будем дорабатывать в самом модуле. Но, тем не менее, вот мы можем здесь посмотреть в каждой группе, какие контакты. Нажимаем кнопочку «Показать», и все наши контакты здесь видны. Ну, в данном случае пока вот так. Их просто можно, их видно и по количеству, как бы, и по логинам Skype. Но в дальнейшем мы все это доработаем, и фотографии будут видны, и все. Ну, для удобства, как вы будете желать, в принципе. Я не пользуюсь этими функциями. Это все сделано по вашим запросам. Вы просите усовершенствовать комбайн в той части, его в той части. И вот мы вот так его усовершенствуем. Ну, суть не в этом. Суть в том, что вот мы создали группу, в которой нет контактов. Специально в Skype. Только что создали, вы видели, что ее не было. Мы проверяем. Вот она. Она уже появилась. И она абсолютно пустая. А дальше что мы делаем? Дальше мы идем во вкладку «Приглашения». И пишем такой текст. Ну, я пишу свой текст. Вы мой текст не копируете. Скажу вам закон Вселенной, что если вы копируете чужое объявление или чужой текст один к одному, этот текст не будет работать. Очень многие жалуются. Я тысячу контактов добавил, мне никто не активировался, потому что все зависит от текстов и все зависит от ваших приложенных усилий. Если вы скопировали чужой текст, не знаю почему, не знаю, как это происходит, но он не работает. Вот, поэтому придумывайте свое, оригинальное, не похожее на всех. Так, что же мы будем писать в приглашении? Мы, в общем-то, копировали социальные сети ВКонтакте. Ну, может быть, я и попробую. Вот заодно потестируем, как работает данный текст. Напишем «Приветствую». Я взял ваш контакт в соцсети ВКонтакте. У меня имеются к вам вопросы. Запятая. Добавьте меня, пожалуйста. Спасибо. Спасибо. Все, достаточно. Интрига. К человеку пришло сообщение. Его Skype нашли ВКонтакте и хотят задать вопросы. Интересно, какие же вопросы мне хотят задать? Естественно, будет добавляться. Ну, это я так думаю. Здесь мы выбираем куда. Вот она, созданная нами MMM папочка. И теперь здесь импорт контактов из файлов. Из файла, который мы только что создали. Мы его только что создали, там 11 тысяч контактов, из них, конечно, много мусора. Но, тем не менее, вот он файл, и мы его загружаем. Как раз он сразу отфильтровывает. Итак, пока я писал это видео, комбайн успел обновиться. Но сначала переписывать я не буду, потому что как бы особо смысла и нет. Вот, просто смонтирую все в один ролик, и все будет понятно и ясно. Итак, комбайн сейчас выглядит вот так. Начал я записывать видео, было воскресенье. Сегодня у нас, показываю специально часы, час ночи кипрского времени. Уже среда началась. Ну, условно, у меня еще вторник, я еще спать не ложился. Дозаписываю видео. Часы показываю специально, потому что думаю, что к этому видео мне придется
дописать дополнение. Ну, наверное, завтра это будет где-нибудь, может быть, обед, может быть, вечер, не знаю, тоже часы покажу. По результатам, наверное. А может быть, и не буду писать видео, не знаю. Посмотрим. Итак, просто поясню, что я еще сделал. Я дограбил контакты и создал группу вот такую вот. Тоже видите, да? Левые символы попадаются, русские буквы, все попадается. Это также группа МММ. Я досканировал остальные, получилось у меня 13 390 контактов. Файл я назвал 335533, чтобы вы понимали. А вот этот вот 5555, он остался. Ну, там было, по-моему, 10 тысяч, вот плюс мы били. Ну да ладно, бог с ним. То есть будем загружать вот этот файл с 13 тысячами. Итак, запускаем модуль, флайер, через который мы будем грузить. Синхронизируемся. Фоновая задача. Так, синхронизировалась. Группа у меня выбрана, МММ. Сейчас я ее покажу, что она пустая. Выбираем группу МММ. Видите, да? Группа пустая. Итак, вкладка приглашения. Выбираем МММ и импорт контактов из файла. Выбираем наш этот файл. 335533. Видите, да? Запускаем. Вот, пожалуйста, идет проверка и фильтрация. Вот, пожалуйста, уже отфильтрованные набираются. Сейчас мы более точно посмотрим. 13390 со всякими вот этими грязными, то есть с невалидными. Итак, что у нас получилось? 5696 контактов. Ну, естественно, мы их выделяем все. Все они валидные, все они чистые. Группа выбрана. И нажимаем «Добавить контакты». А, текст приглашения нет. Во, елки-палки. Так, какой же мы текст там писали? Будем сочинять по новой. Приветствую. Я нашел ваш контакт. Так, неправильно. В группе. В группе. Так, я нашел ваш контакт в группе социальной сети ВКонтакте. Меня заинтересовала ваша деятельность и так, приветствую. Я нашел ваш контакт в группе в социальной сети ВКонтакте. Меня заинтересовала ваша деятельность и появилось много вопросов. Добавьте, пожалуйста, мой контакт. Ну, спасибо. Всегда нужно вежливость показывать. Спасибо. Так. Поехали по новой. Приветствую. Я нашел ваш контакт в группе в социальной сети ВКонтакте. Меня заинтересовала ваша деятельность и появилось много вопросов. Добавьте, пожалуйста, мой контакт. Спасибо. Ну, все. Выделено. МММ. Ну, давайте, МММщики, пробежимся по вашим контактам. Опа! Задача пошла выполняться. Ну, естественно, почти 6000 контактов. Естественно, это время, это все идет. Но, тем не менее, смотрим в Skype. Вот они уже появляются, контактики. Любой контакт щелкните.
Ну что ты подтормаживаешь? Естественно, скайп подтормаживает, он же загружен. Естественно, подтормаживает. Аж даже компьютер подтормаживает, не только скайп. Ну вот, пожалуйста, текст сообщения. Приветствую, я нашел ваш контакт в группе в социальной сети ВКонтакте. Меня заинтересовала ваша деятельность и появилось много вопросов. Добавьте, пожалуйста, мой контакт. Спасибо. Ну и все. Так, закроем, не будем ему мешать. Быстрее пройдет задача. Выполняется. Ну, естественно, на видео я, скорее всего, обрежу само выполнение задачи. Могу показать время. Итак, 1:08. Так, вот уже один контакт добавили. Смотрите, как оперативно, да? 1:09. Один контакт уже добавили. И пишет МММ. Ну, надо ответить «да». Видите, я не обманывал, что контакты МММовские. Придется видео, наверное, не обрезать, раз уж сразу результат появился. Вот, я хотел этот результат показать завтра в обед, то есть сколько контактов будет добавлено. Вот. Время 1:12. Было 1:08. 4 минуты идет работа. Еще даже 50% не сделано. Два контакта уже добавились. За 4 минуты. Вот. Ну, видимо, дополнение к этому видео я писать не буду, потому что результаты уже видны. И я думаю, что и так понятно, что все отлично работает, все замечательно. Поэтому ждем, пока работа выполнится до конца. Естественно. Почти 6000 контактов. Достаточно долгий процесс. Вот почти половина уже выполнена. 20 минут. В 8 начали. 12 минут уже работает комбайн. Учитывайте, что почти половина третьего ночи в Москве. Поэтому все люди спят. Тем не менее, два контакта уже подтвердили. Правда, ничего еще не написали, но уже подтвердили. Если бы это было днем, уже бы была куча подтвержденных, уже куча было бы текстов написано, начали бы выяснять, просить, чтобы я задавал вопросы, потому что текст у меня такой написан. Но так как ночь, все результаты будут уже завтра с утра. Вот, тем не менее, я еще хочу показать, пока у нас работает комбайн, моя страничка в Одноклассниках, ролик о хомяке, просто в статусе, ролик о хомяке. Посмотрите, 6562 класса стоит. Это ролик с нашей рекламой, естественно, под видео ссылка на наши блоги, но так как социальная сеть Одноклассники сейчас уже запрещает YouTube открывать именно в YouTube, а оставляет все только на своем сайте, то люди не найдут эти ссылки, но они есть в комментариях. То есть целая куча комментариев, и постоянно я здесь, ну и я, и модераторы мои здесь прописывают, и люди заказывают хомяков, то есть работа. О, спам прилетел. Не досмотрел. Удаляем, чтобы трафик не уходил. И постоянно, ну естественно, тут и раньше комментарии были. Постоянно мы говорим, вот, в нашей группе, сейчас дам ссылку, наша группа в Одноклассниках, присоединяйтесь. Если нажать, то открывается сразу наша группа.
по китайским товарам. Естественно, она еще очень-очень молодая и очень мало в ней участников, всего лишь 241. Тем не менее, люди добавляются, работа ведется. Но это я ее особо не раскручиваю, сейчас нет времени особо заниматься одноклассниками, потому что идут массовые закупки китайского товара. Но тем не менее, есть созданные нами группы, достаточно хорошо раскрученные. Вот, например, наша группа «Затерянный рай Кипр», где 23 тысячи участников. То есть, ну здесь же тоже, видите, хомячка выставил. Здесь, правда, 3 тысячи просмотров. То есть, любая новость, любая тема, которая выставляется в группе, все эти участники, они у себя в ленте все это видят. То есть, работа ведется, реклама ведется. И информационная война тоже ведется. И даже в Одноклассниках, даже когда нам некогда. То есть здесь работа была уже проведена определенная, и она уже дает свои результаты. Конечно, социальной сетью ВКонтакте я практически не занимаюсь. Тоже руки не доходят. Но ничто вам не мешает заниматься. Очень многие гонят трафик из социальной сети ВКонтакте. В данном случае вот мы как раз и добавляем контакты из этой социальной сети. Ну, сейчас я, наверное, тоже видео еще подрежу, чтобы оно не было сильно длинным. И включимся, наверное, уже ближе к концу выполнения задачи. Пожалуйста. Время у нас 1:54, почти час уже работает комбайн. И первый контакт. Глубокая-глубокая ночь. Еще работать долго комбайну. Глубокая-глубокая ночь. И вот первый контакт. Ты кто? Ну, как бы уроки рекрутинга, не знаю, стоит здесь проходить или нет. Во всяком случае, на моих видео очень много подсказок. Смотрите по несколько раз, вы их все услышите. Обычно я просто игнорирую. Ну, то есть там, где у меня... Это мой рабочий скайп, личный скайп. Вот. А там, где я занимаюсь именно рекрутингом, у меня их 11 скайпов. Там я обычно просто игнорирую. Ничего не пишу. Человек задал вопрос, естественно, он вот так вот закрыл. И проходит какое-то время, он забывает. Процентов 95 забывает об этом, то есть не дождавшись ответа. Вот. И я, как правило, просто это все игнорирую. Не отвечаю, не говорю, потому что контактов идет очень много. И если с каждым разговаривать контактом, то будет очень большая потеря времени. Это не мой стиль работы. Хотя я не говорю, что нужно делать точно так же, как я. Нет. Просто у каждого свой стиль работы. Я работаю оптом. Причем крупным оптом. И бью в цель сразу, кучей, толпой. И сразу, чтобы было движение. Вот. Но чтобы дойти до такого уровня, естественно, нужно пройти все ступени, пройти все уровни, получить весь опыт, как положено. Чтобы, в общем-то, вы понимали и знали отличия. Вот, поэтому, естественно, на начальном этапе контактов будет мало, с каждым можете общаться. Это называется, ну, практически теплое общение, практически теплый контакт. И они, как правило, больше приносят результатов, чем вот такие холодные, которыми занимаюсь я. Но, тем не менее, каждому свое. Кстати, пользуясь случаем, хочу сказать, вот версия VIP. Очень многие задают вопросы, как получить версию VIP. Версия VIP будет осенью 2013 года выдаваться в клубе «Империя разума». Вот, поэтому сейчас не задавайте вопросы, не спрашивайте. Версия VIP только тестируется. Вот в данный момент я ее тестирую. Но тестирую, в той же категории, как и версия стандарт. Вот. Но тем не менее версия VIP, и она будет отдаваться вам в пользование суперпрофессионалам уже, потому что полностью автоматизированная, полностью, значит, вплоть до того, что вы будете запускать, уезжать в отпуск, она месяц за вас будет работать, рассылать сообщения, выполнять все ваши задания, причем не одинаковые, не дублирующие, а именно по графику все распределять будет именно как положено. И
Естественно, стоить она будет дороже. Сейчас такой вот анонс небольшой провел. Боюсь какие-то цифры называть, сроки и цифры, чтобы не выглядело как обещание. Вот, но тем не менее, осваивайте версию стандарт. И к осени как раз будете понимать, готовы вы перейти на версию VIP или нет. Если вы освоите версию стандарт, на версию VIP вы перейдете легко, не задумываясь о цене. Главное действовать, действовать, действовать. Как я уже писал в одной из рассылок, если бы была моя воля, если бы я бы мог, я бы без действия занес бы в список смертных грехов. Поэтому надо действовать, надо. Будет результат. Под лежачий камень вода не течет. Ну и пока комбайн у нас работает, вообще, как бы вы можете поставить, выполнять задачу и идти спокойно спать. Он сам закончит, но так как мы пишем видео, тем более еще и контролируем временной процесс, поэтому я от компьютера отойти не могу. А чтобы было полезно, могу показать еще один, ну, секретик, не секретик, нравоучение, может быть, по рекрутингу социальной сети Одноклассников. Страничка моя давно уже не личная, давно она уже коммерческая и давно монетизирована, и монеты, и деньги, и все приносит мне. Вот, поэтому, естественно, она у меня уже раскручивается. Недавно я начал личную страницу, недавно перевел в разряд коммерческих, до этого она была только личной, я даже в друзья добавлял только тех людей, которых лично знаю в реальной жизни, но теперь уже нет. Ушло то мое время, и сейчас у меня уже сплошная коммерческая страница, вот уже 909 друзей вы видите. И как добавляются друзья? Например, в данный момент меня очень сильно интересует Дальний Восток. Это Владивосток, это Красноярск и подобные города. То есть открывается люди на сайте. Ну, естественно, у меня все честно написано. Город Гирны, Кирения, Кипр. Вот, мужчины меня не интересуют, потому что с ними тяжело общаться. Именно в социальной сети Одноклассники гораздо легче женщинами. Вот, но так как меня интересует по Владивостоку, я уже очень много друзей собрал. Давайте по Красноярску. Я просто покажу. Вот Красноярск. Нажимаем. Выскакивает, кто в данный момент в сети. И смотрим по фотографиям, кто вам приглянется. Не надо смотреть на модели. Потому что не факт, что это хороший ваш клиент, партнер будет. Вот, хотя, кто его знает. То есть, что вам подскажет сердце, смотрите на фотографии, смотрите на этих людей и ищите сетевиков. Либо новичков, которых завлечет сетевой бизнес, сердце, душа, оно вам всегда подскажет. Это самые лучшие советчики. Поэтому просто открываете в новом окне, чтобы не сбивать город, потому что если вы еще раз нажмете, будет опять ваш город. И открываете по несколько человек в новом окне. Сейчас покажу. Я обычно вот по две строчки открываю. По две строчки открываю, потом, чтобы поставить закладочку, я их скатываю вверх. Все. И иду смотреть, кто мне открылся. Смотрю сразу на возрастную категорию. Вот, смотрю сразу, сколько друзей. Если меньше 25 друзей, я не добавляю. Человек не общительный, не наш, не сетевой. То есть человек, может быть, только-только начал, недавно завел страницу, толку очень мало. То есть трата времени. Опять же, говорю, я работаю оптом. Вот, ну и смотрим на фотографии, на активность, тоже немалый показатель. Здесь достаточно слабенькая пропорция, но достаточно обычный человек. То есть это, возможно, такой человек, который, ну, не сталкивался, скорее всего, с сетевым. Вот, то есть это наш клиент. Если мы его хорошо зацепим, хорошо обучим, у меня очень много в нашем клубе таких людей, которые к нам пришли первый раз и именно из социальной сети Одноклассники. И сейчас отличные лидеры, отличные результаты у них, отличные финансовые заработки.
Вот, ну и, естественно, добавляем. Ну, обычно я ставлю коллега, но можно и не ставить этого. Потому что, в общем-то, ну, честно, коллег же ищем, коллег. Вот здесь смотрим, смотрите, друзья, 152, фото 104. Активный человек, очень активный. Вот, но опять же, количество друзей может от количества игр быть. Возможно, человек игрок, то есть можно игры проверить. Ну, в данный момент сейчас посмотрим сразу. О-о-о! Приложение друга, смотрите сколько. Но, возможно, и просто активный пользователь социальной сети Одноклассники. Вот. Но, тем не менее, если этот человек зайдет на вашу страницу и поставит класс, например, на то же видео, вот моя страница, а, здесь сейчас не видно, хорошо, не будем сбивать. Но вы помните, моя страница, на, в статусе у меня видео про хомячков, и если вот этот человек зайдет и поставит класс в моем статусе про видео про хомячков, то все его 152 человека, которые у него в друзьях, они все увидят, что она поставила класс на это видео, а и они увидят обложку этого видео. И, возможно, посмотрят, возможно, тоже нажмут класс, а может быть и зайдут в комментарии, может быть, даже и закажут этого хомячка. Понимаете, да? Цель рекрутинга вот такого, где куча друзей. То есть, конечно, мне, естественно, нужен этот человек. Естественно, я добавляю. Вот. Только добавили, закрываете страницу и ждете, когда они к вам добавятся в друзья. Здесь в оповещениях будет появляться. Думаю, наверняка мы сейчас это увидим. Здесь смотрим. 27 лет. Да, достаточно молодой возраст. Но, тем не менее, есть такие лидеры, которые даже в 22 года отлично работают. То есть, здесь, ну, я добавлю. Я добавлю. Дальше будет видно. Даже, понимаете, что? Даже если это не будет сетевик, да, хотя 102 человека, друзья. Даже если не будет сетевик, но где-нибудь на ваших комментариях, на ваших объявлениях поставит класс, а в этих друзьях, в этой куче друзей, возможно, и есть хорошие опытные сетевики, те люди, которые именно зацепятся, выйдут на вас и будут с вами общаться и работать. Поэтому тут можно не пренебрегать этим. Идем дальше. 41 год, отличный возраст. 166 друзей, но фото, правда, 5. Очень мало фото. Это плохо. Но, тем не менее, хороший возраст, возраст, хорошее количество друзей. Добавляем. Ну, можно поставить коллега. Обычно это какую-то интригу заводит. У человека видит, что просится в друзья. И еще и коллега. Вот. Пока никто в друзья не добавился. Вот такие вот аватарочки, смайлики я даже не добавляю. То есть не трачу время. Это сразу видно молодежь. Кому-то что-то показывает, как они счастливо живут. Тем более выход с мобильного телефона не стоит. Вот здесь, да, общественная жизнь. Как бы можно. Здесь не вижу. Ну вот как бы тоже вроде бы обычный человек, обычное фото. Никаких понтов, говоря, выражаясь на сленге. Так, 40 лет, 142 человека в друзьях. Отлично. Добавляем. Оставляем. Ну это так вот, пока комбайн работает, как бы проводим еще работу. Убиваем двух зайцев, получается. Конечно, я понимаю, тяжелое будет видео, смотреть его будет тяжело, но тем не менее, это все школа. Смотрите мои видео по несколько раз, ну как минимум 5 раз пересматривайте. Причем не так, что на заднем фоне там звук шебуршит, вы что-то свое делаете. Нет, нужно внимательно смотреть, не жалейте на это время. Я стараюсь и работаю специально для вас, чтобы у вас был результат. И ловите как можно больше из моего опыта, из моей работы, черпайте себе, принимайте и пользуйтесь, пользуйтесь, получайте результаты. Вот здесь, ну, не ставлю коллега просто. То есть и так можно, не суть. Вот здесь 192 человека в друзьях, фото 55, отлично, но возраст не указан. Но, тем не менее, друзей много, поэтому добавим. Добавляем друзья. Причем время с Красноярском у нас, наверное, часиков 6 точно разница, не помню точно, какая разница. Поэтому, если у нас 2 часа,
ну плюс 6, условно говоря, это можно у Яндекса спросить, но не будем это делать, плюс 6, и это где-то 8 утра, то есть как раз, кто-то уже на работе, кто-то встал, проснулся, вот, процент добавления, ну, наверное, процентов 20 добавляются в друзья. Задают вопросы также, знакомы, незнакомы. Ну, я поступаю примерно так же, как и со скайпом. То есть я игнорирую. Единственное, что я со своей личной страницы не игнорирую, потому что все-таки это мой имидж, это мое лицо. Вот стараюсь, конечно, не пропускать сообщения, отвечать. Но, тем не менее, на глупые пустые сообщения тоже я, ну, тоже игнорирую их. Продолжаем. Сохранять дальше. Слабенькое фото, плохое качество, видимо, с телефона. То есть, тем более, вот синенький значок обозначает, что человек вышел с мобильного телефона, не с компьютера. Я просто не хочу, проигнорирую. Тут откроем. На этом остановлюсь, именно по одноклассникам. Что-нибудь сейчас вам еще полезное покажу, но уже не с одноклассников. Думаю, всю процедуру, это тоже долгая работа. Вот, друзья 22, фото 1. Ну, вообще ни к чему, все, просто игнорируем. Друзья 26, фото 1, тоже не надо. Скорее всего, это какие-то роботы. Вот, что вам показать еще полезного, что вы можете с моего видео взять. Откроем новое окно. И пробежимся по YouTube. Очень много вопросов задается вами и в техподдержку, и в чатах. Научитесь искать ответы самостоятельно перед тем, как спрашивать, потому что они очень легко находятся. Ну, например, элементарное. Как запустить два скайпа на одном компьютере? Вот просто берете, в строке поиска YouTube забиваете. Как запустить два скайпа? Вот даже есть на одном компьютере. Если здесь не найдете, забивайте в Гугле, забивайте в Яндексе. Ответов на форумах, на видео просто море. И нажимаете поиск. Во всяком случае, практически все вопросы, на все вопросы я нахожу ответы на трех вот этих системах. Google, Яндекс, YouTube. Все. Настолько напичкано уже уроками информации, а человек должен развиваться постоянно. Помните тот факт, что богатые люди и состоятельные люди, они всегда обучаются, они всегда самосовершенствуются и всегда идут вперед, всегда действуют. А бедные люди, они всегда все знают, ну поэтому они и бедные. Вот, поэтому, пожалуйста. Вот, самое первое. Как запустить два скайпа на одном компьютере? Видеоурок на 4 минуты. Все. Ответ найден. Вы его раза три посмотрите. Тут еще, кстати, очень часто в комментариях еще и дополнение прописывают текстом. Это какие-то ссылки там или еще что-то. Сюда тоже заглядываете. Вот. И все. И на видео вам наглядно люди показывают, как запустить два скайпа на одном компьютере. Ну, это просто условно, как бы, такой вопрос был. А вопросы любые, любые абсолютно можно задавать. Например, команды Skype чата. Это такой вопрос, который YouTube не должен найти. Вот, тем не менее, фишки Skype. Как создать Skype чат. Сделать ссылку на чат в скайпе. Пожалуйста, все уроки. Обучайтесь, обучайтесь, обучайтесь. Особенно, очень многие сейчас именно с комбайном, с нашим, работают именно со скайпом. Вот в данный момент мы даже контакты в скайп добавляем. Понимаете? Изучайте работу скайпа. Изучайте. У скайпа очень много фишек. Если вы их будете знать, вам гораздо легче будет работать. Меньше будете попадать в бам, в блок. Кстати, посмотрите, с какой скоростью добавляются контакты. Это не быстрый как бы процесс, чтобы вы это понимали. Видите, да, с какой скоростью добавляются контакты. Это обрабатывает комбайн и посылает именно команду уже в скайп. Скайп добавляет.
Поэтому я и говорю, что такое количество, там почти 6 тысяч контактов, поставили и пошли спать. Утром встали, уже смотрите, уже и будут контактики добавлены. Вот два контакта у нас добавлено. Но опять же скажу, не забывайте, 2 часа ночи у нас, 3 часа ночи в России, ну, в центрально-черноземном регионе, там, условно говоря, там, в центральном районе России, 4 час утра, все спят. И то, тем не менее, двое уже добавились, и один даже спросил, кто я. То есть даже это решил поинтересоваться в сонную ночь. Вот. Поэтому, ну вот, пока мы выполняем эту работу, видите, как много полезного я вам уже дал в этом видеоуроке. То есть, люблю это дело, рекрутинг, очень люблю, тем более автоматизированный. И вот передаю свои знания, умения вам. Главное, лишь бы вы пользовались, лишь бы работа была не пустая. Что вам еще рассказать? Поизучайте работу вот такого модуля, как офис. Хотя, как бы это нужно отдельное видео, наверное, снимать. Не очень хорошо будет сейчас все вместе запуливать. Но, тем не менее, посмотрите. Коллекция ссылок. Здесь можно хранить все свои ссылки на любые интернет-страницы, причем вы их никогда не потеряете, как в закладках, например, как в закладках в любом браузере. Здесь они хранятся у вас, формируются. Здесь же есть органайзер, где вы можете задачи свои повыставлять. Ну, модуль очень-очень сырой еще. Я отдельное видео по нему, конечно, буду писать. И он еще будет для удобства дорабатываться, дорабатываться и дорабатываться. Работы тут еще много. Это только-только самое начало. Здесь в органайзере вы можете расписать любые себе напоминания хоть на год вперед, хоть на каждый день, хоть по 5 раз на день. Он будет напоминать, вы выдавать звуковой сигнал. Тут же вы контакты можете сохранять, пожалуйста. Вася Пупкин, вот у меня забит с номером телефона там. И с e-mail тут можно еще добавлять. То есть все, пользуйтесь. Правая кнопка мыши. Пожалуйста, здесь можно аккаунты. Почему-то не включается. У меня вообще немножко комбайн подзавис. Ну, видимо, кэшируется сейчас. Вот. Подождем. Отвиснет, продолжу записывать. Кстати, пока комбайн справляется с задачей, еще скажу, что вот эти вот все зависания и прочее, они происходят из-за скайпа. Очень большое количество контактов, особенно серых, они постоянно пилингуются. И это такие ресурсы процессора огромные забирают, что вот видите, даже комбайн подвисает. Но тем не менее он работает. Видите, контакты добавляются. То есть комбайн работает. Хотя он здесь у нас уже не функционирует, но работа идет. То есть он, даже если в этот момент вы подумали, что он завис и надо его выключить, нет, пожалуйста, вот вы видите, он работает. И когда закончит работу, ресурсы процессора освободятся. И все, вы закроете окна, посмотрите дальше. Вот у меня здесь процессор Core i7 стоит, достаточно мощный компьютер. Вот, поэтому делайте выводы. Многие спрашивают, а можно ли работать на нетбуке. Нетбуки, как правило, это очень слабые компьютеры и процессоры, а все-таки комбайн — это очень профессиональная программа, и желательно машины подбирать под него достаточно мощные, ну, насколько вам позволяют финансы. Вот. Ну, коль уж я не могу как бы анонсировать этот модуль, вы с ним разберетесь потом, посмотрите мое отдельное видео, которое я в ближайшем будущем запишу. А сейчас дам пару советов еще по скайпу. Значит, когда вы добавили, особенно когда вы огромные списки добавляете, вот все вот эти серые контакты, которые будут тормозить работу, которые будут съедать ресурсы и прочее, и прочее, я обычно добавляю, ну, 3-4 дня, все. Потом я вычищаю все серые контакты, все зеленые оставляю. Те, кто за 3-4 дня не добавился,
это уже недостаточно активные люди, и зачем тратить свое время на них, распылять. То есть нам нужны очень активные люди, очень быстрые, очень шустрые, которые умеют быстро принимать решения, находятся максимально часто на связи. То есть наш клиент, партнер, он такой. А те люди, которые раз в неделю включают Skype, ну что толку от них, по сути дела. Поэтому где-то 3-4 дня после добавления, кто не добавился, кто проигнорировал, их стерли. Потом они, если они вам нужны, небо считает, что они вам нужны. Потом когда-нибудь, где-нибудь эти контакты все равно к вам прилетят. Ну, пока хватит нагружать это видео такой обширной информацией. Наверное, давайте подождем, пока доработает процесс, и подсократим, а то иначе получится очень длинное это видео. Да, видимо, придется очень долго ждать. Еще 1/4 часть осталась на добавление в контакты. Добавление идет. Сейчас я это покажу. То есть видите, да? Добавление идет. То есть контакты идут. Команд в Skype подано уже очень много. Чем больше подается список, тем он потом медленнее начинает работать сам Skype. Потому что обрабатывает, плюс ставит в очередь. Вот. И, естественно, работа замедляется. Видите, да, по синей полосочке, какая часть работы уже сделана. Время специально показываю. 2:40. А в 1:08 мы начали делать, то есть почти 1.5 часа уже делается этот список из 5700 контактов. Вот, ну и не вижу смысла просто ждать до конца. Я остановлю сейчас запись видео, а завтра уже, ну, в процессе дня, естественно, с утра я не продолжу записывать, потому что с утра будут срочные текущие дела. Но я продолжу и закончу эту запись с третьего дубля, так сказать. Ну, дубль — это когда повторы, а здесь нет, не повторы, здесь продолжение. Ну, с запуска видеозаписи в третий раз, я думаю, что закончу в конце концов это видео. И мы посмотрим, то есть нам, фактически я все показал здесь уже. Нам осталось только посмотреть окончание работы и заключительную часть. Поэтому завтра я ее доделаю. И смонтирую все в один видеоролик и выложу вам. На сегодня я останавливаю запись, а комбайн оставляю в работе, выключаю монитор и спокойно иду спать. Спокойной ночи! Вы меня услышите через несколько секунд, а я продолжу запись через несколько часов фактически. Спасибо! Итак, продолжаем. Вернее, уже пора заканчивать наше видео. Показываю время. 12 часов дня. Число, видите, 3 апреля. То есть это же число, что мы ночью писали. Значит, сразу объясняю. У меня моргнул свет. А так как компьютер у меня стационарный и без УПСы, то, естественно, все слетело. Я даже не знаю, закончил работу комбайн или нет, потому что, естественно, я спал, он работал. Вот. Еще раз говорит о том, что комбайн работает, даже когда вы спите. Вот. Но, значит, видео нужно заканчивать. И я покажу то, что я начал писать ночью. Запускаем комбайн. Запустился, авторизовывается, авторизовался. Так, давайте проверим. Была ли закончена работа, либо свет ночью моргнул. Ставим обновить. Группа МММ показать. Сейчас он ее верифицирует. Задумался, очень много контактов, естественно. Пока
Значит, комбайн обрабатывает группу с 13 тысячами контактов. А, нет, 5 700 там было. 13 тысяч это было всего собранных вместе с мусором. Валидных было 5 700. Пока обрабатывает, я вам покажу результаты ночной работы. Это по сайту Одноклассники. Значит, добавилось уже 10 друзей. Я там еще, конечно, я не все показывал в записи, но, наверное, друзей 20-30 я пробежал, подобавлял. Вот уже добавились. Вот. Дальше есть такой момент, не знаю, сейчас он сработает или нет, нажимаете «Возможные друзья» человека и смотрите также на примерно, тут уже можно и мужчин добавлять, главное смотрите по фотографиям, подходят ли они под сетевой бизнес, скажем так, внешне даже, ну что вам подсказывает душа и сердце, и уже можете таким же образом добавлять. Тогда в таком случае, ну здесь мне не нравится, посмотрим вот здесь, тогда в таком случае, когда к ним будет приходить приглашение дружить, будет еще пометочка, что у вас имеются общие друзья. И в таком случае люди гораздо охотнее, ну, меньше подозрений, они добавляют вас в друзья проще, когда у вас уже есть общие какие-то друзья, понимаете, да? Вот. То есть 10 человек уже добавилось, ну и плюс я вот смотрю здесь сейчас из общих друзей добавляю. Это просто показываю вам прием, как быстро набивать контакты. Вот. Ладно. Это понятно с этим. Еще хочу сказать, пока работает комбайн, он у нас вот даже побелел, настолько задумался, обрабатывает информацию. Значит, еще хочу дать такие наставления. Очень многие у нас сетевики работают за своих рефералов. Вот, устанавливают им комбайн, залазят там через программу удаленного доступа, то есть полностью работают за них. На Западе такого нет, но в русскоговорящем интернете все мы русские, у нас есть русские народные сказки, такие как «По щучьему велению», «Золотая рыбка» там и «Сивка-бурка», «Конек-горбунок» и еще очень-очень много, где ничего не делая, желания исполняются, мы на них выросли. Поэтому ломайте вот эти стереотипы у своих рефералов. Рефералы понимают, что вы за них работаете. 95% людей у нас в русскоговорящей зоне такие. И, естественно, под дурачка косят. Я не понимаю, помоги мне, сделай за меня. Вплоть до того, что ты работай за меня, а мне зарплату приноси. Да? Ну, я, конечно, утрирую. Ломайте сразу это все. Не работайте за людей. Вы лучше обучайте людей. Тратьте время на их обучение и сразу прям себя так и обозначайте. Я пинать и сопли вытирать никому не буду. Хочешь зарабатывать, я тебя научу, работай. Потому что запомните очень важное правило. Своим горбом денег не заработаешь. Вот сколько вы будете сами пахать, вот это не будет большим результатом. Да, как бы финансовое положение улучшите, еще там как-то получше жить станете, но независимым финансово вы не станете, пока вы не научите работать людей. Резидуальный доход – это подразумевается то, что вы первые, ну там несколько лет, как бы вообще считается нормальным, в нормальном обществе считается 3-5 лет. Хорошо поработать, а потом всю жизнь получаешь отголоски от этого, да? Но у нас русские почему-то хотят месяц хорошо поработать, а потом всю жизнь жить беззаботно. Это миф, это сказки, такое бывает крайне редко. Хотя бы год нужно упереться и работать очень хорошо. Потом это все вам будет давать результаты. Так вот, обучайте своих рефералов, заставляйте их работать, и когда все ваши рефералы, там, ну, все или какой-то процент, подписавшиеся под вами, будут работать так же, как вы, вот тогда у вас пойдут обалденные обороты, обалденная отдача в плане финансов, я имею в виду, потому что все в нашей жизни упирается в деньги. И тогда будет все хорошо. Но пока вы работаете за них, не будет толку никакого. Поэтому сразу себе ставьте. И никого не жалейте, никого не жалейте. Не хочет человек учиться, выкидывайте его, все, он вам не нужен, не тратьте на него время. Лодыри нам не нужны, толку от них не будет никакого. Вот, и естественно, все, конечно, делайте сами. А люди пусть на вас смотрят и
повторяют за вами, чтобы вы могли обучить, рассказать. Потому что, понимаете, есть одно очень хорошее выражение. Обезьянка не будет делать то, что мы ей скажем. Обезьянка будет повторять за нами. Поэтому, естественно, работаем сами, учим людей, и чтобы они учили своих людей, и вот так по цепочке. То есть, вот это вот самое главное, дублицируемость. Почему MLM-бизнес очень плохо работает в России? Потому что нет дублицируемости. Нам нужно это все сломать и сделать, и восстановить. На Западе идеально все это работает. Там люди другие, там инструкции выполняются. И они довольны. Самое большое количество миллионеров, ставших благодаря сетевому маркетингу, это на Западе. Потому что у них они думают и относятся по-другому. Вот нам нужно все это нашим новичкам объяснять. Потому что ваш успех зависит от новичков ваших новичков. Вот это вот зарубите себе на носу. Ну, в общем-то, такое вот наставление в плане видео, ой, в процессе видео, пока комбайн еще обрабатывает запрос. Я так вот вам сделал. Ну, не будем, наверное, терять время и ждать, пока он посчитает, сколько тысяч контактов было добавлено в группу. Все равно будем удалять серые. Не хочу я тратить на это время. Значит, смотрите, если вдруг у вас так получилось, что подзавис комбайн, вот на белая пелена и прозрачность видно, да, вот у меня есть папочка лидеры, и просканировал, он мне выдал 15 человек в этой группе, ну а здесь, конечно, почти 7000 контактов, ой, почти 6000 контактов, естественно, он будет долго думать, он выдадет. Вот, но не будем это ждать. Если вдруг у вас так получилось, что тут что-то подзависло, смотрите, как мы выходим из этой ситуации. Мы закрываем комбайн, он, естественно, не работает. Да? А, ну можно вот так закрыть программу, и она закроется. Вот, но, значит, в трее, где она висит, вот он, правой кнопочкой щелкаете, нажимаете выход. Все. Программа закрывается. Кстати, еще вот вернемся к одноклассникам. Вот смотрите, сколько гостей заходит. Мы же заходили, добавляли в друзья. Естественно, не все они добавляются в друзья. Они смотрят, кто же к ним зашел. И вот они заходят. И когда заходят на мою страницу, они попадают как раз на все мои рекламные ролики, рекламные фотографии и прочее, прочее. Это тоже своего рода двигатель. Все, программа запущена по новой. Пожалуйста, можете пользоваться. То есть программу перезапустили. Рекомендую сразу приучиться и не выгружать программу из памяти компьютера. Когда она не работает, она ресурсы компьютера не съедает. Но в дальнейшем вы поймете, что к этому идет, чтобы она даже грузилась при запуске Windows и постоянно была в сети. Это так нужно для вас. Сейчас не буду долго на этом. И так видео у нас длинное получится. Долго не буду зацикливаться. Но вот, выключая программу, она у вас остается в трее. А отсюда не выгружайте. Сразу привыкайте, пусть она висит. У вас все равно здесь много висит. У вас Skype висит, у вас антивирусник висит. И ничего страшного, она компьютер вообще не тормозит. А теперь давайте посмотрим на результаты. Итак, по времени, значит. 12 часов дня, 18 минут. То есть день только начался. Ночью, в 3 часа ночи, мы проводили тест. Вот, и смотрим в МММ. У нас уже есть люди, даже которые уже в сети. Ну, естественно, от них и вопросы были. Я не записывал, естественно, в тот момент видео. Но, тем не менее, движение было. Люди меняются, видите, да? Кто-то есть в сети, кто-то вышел из сети. Но, чтобы понять, какой уже есть результат, мы берем и вот во вкладочке «Спрятать тех, кто не дал свои контактные данные». Прячем. И теперь у нас уже остался из этого списка, осталось количество людей, которые уже прошло, ну, там, несколько часов всего лишь, а они уже у нас в зеленых контактах. Считаем их. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 человек уже в контакте. Пройдет, наступит вечер, здесь, наверное, уже будет человек, ну, 100, наверное, будет подтвержденных контактов. Я обычно жду 3-4 дня. И потом удаляю всех серых. А вот эти самые активные, самые жизнеспособные, это остаются уже для моих продвижений и реклам. Вот, ну все, я думаю, что на этом можно закончить видео. Очень много
в нем подсказок, очень много рекомендаций, скажем. И оно и так достаточно длинное уже получилось. Ну, в общем-то, по работе этих двух модулей, по совместной работе, я думаю, все идеально понятно. Поэтому пользуйтесь, действуйте, пробуйте, пишите свои комментарии. Обязательно на видео, вот мы специально пишем для вас видео, и я постоянно вас прошу, под этим видео оставьте комментарий. Это говорит, то есть мы по ним смотрим, насколько мы вам нужны, насколько мы делаем нужное дело. То есть всегда же человеку радостно, когда он знает, что он кому-то нужен. Поэтому, ну, не трудно. 2-3 слова оставьте комментарий. Это и на SEO-оптимизацию влияет, и это и на нашу работу, на нашу деятельность. Вот, поэтому все, всем спасибо. Удачи в работе, в получении доходов, в самосовершенствовании. Учитесь, учитесь, учитесь. С вами был Денис Басуев и клуб «Империя разума». Всего доброго вам!